Папу. О, Жужик, привет. Ты что, сегодня первый, что ли, пришел? Ну да, пораньше вот встал. Ясненько. А я наоборот, чуть не проспал. Хорошо, что будильник во второй раз услышал. А то вообще в школу не пришел. Ух ты, я вижу, ты тут книжку читаешь. Ну что, интересное, про что там? Там про мишку очень интересное. Круто. Странно, Жужик, тебе не кажется, что какой-то звук, как будто машина где-то едет? Ну да, по-моему. Тут. Hello, my friend. Ой, тьфу, забыл. Я ж не в Англии, а в России. Привет. Привет. В смысле не в Англии? А ты что, там был? Да, я же на отпуске был. Ничего себе, ты крутой. Ёжик, а как же Рыжик? Он что, сегодня не придет? В смысле? Так он уже здесь. Как? Привет. Ух ты. Я, так сказать, в багажнике ехал. Ой, тебе там не тесно? Да не, нормально. Ой, где мое место? А то меня не было. Со мной садись. Так, сегодня мы без Вениамина Борисовича. Он же в больницу уехал. Вот. А значит, должен быть другой учитель. Что-то звонок прозвенел, а его нет до сих пор. Кстати, да. Ой-ой-ой, опаздываю, опаздываю. Ой. Извиняюсь. Эффектное появление. Пока Вениамин Борисович болеет, я буду вашим учителем. Знакомьтесь, я Ваксик Таксикович. Господи, не имя, а скороговорка какая-то. Итак, у нас начинается первый урок. Это будет математика. И хочу вас обрадовать. У вас сегодня тест на тему умножения. Вы рады? Нет! Так, я пока что заполню журнал. А кто-нибудь из вас раздайте тесты. Они вон там на доске вверху висят. Эти что ли? Давайте я раздам. Это тебе. Это мне. Жужанди, это тебе. А это вам. Так, вроде бы все на месте. Все тесты раздали. Можете приступать. Ну все, я так понимаю, я сегодня либо 3, либо 2 получу. Если я вчера 3 на 1 умножить не мог, то сегодня тут вообще по нулям просто. Хорошо, что я шпаргалочку подготовил. Сейчас все напишу. Так, будем рассуждать логически. Если 2 плюс 2 – 4, и 2 на 2 тоже будет 4, значит 8 плюс 8 – 16, и 8 на 8 тоже 16. Так, 100% правильно. Тьфу, легкотня. Я сейчас это быстро решила. Будет в первом примере. Там будет 16. О, спасибочки. Так, у вас еще есть 2 минуточки, чтобы дописать, и скоро я уже соберу ваши работы. Так, давайте, сдаем. Так, сейчас посмотрим, на что вы написали. Ну что ж, могу сказать, что написали неплохо, но есть у меня тут 2 человека с не очень хорошими оценками. Рыжик, я от тебя вообще в шоке, не ожидал такого. Ура, 5! Что? У меня 2? Так, что тут у меня? Ну, как я и думал, 3. Хорошо, хоть не 2. Спасибо, Борис, что помог мне в нескольких примерах. Да мне-то за что спасибо? Это вот, шпаргалочки надо говорить. Если б не она, я б сам на 2 написал. О, класс, 5! Все, можете идти на перемену. Смотрите, какой я красивый рисунок мелом нарисовал. Что говорите? Я прошу вас подписаться? Да нет, вам кажется. Это всего лишь рисунок.
Итак, дети, у нас начинается урок биологии. На этом уроке я расскажу вам о вот этом чудесном растении, которое называется кактус. Посмотрите, этот кактус еще совсем маленький, потом он вырастет еще больше. Живет он вот в таком коричневом горшочке, внутри которого насыпана земля. Итак, сейчас я нарисую вам на доске кактус. Ой, у нас что, мел закончился? Басик, сходи, пожалуйста, в соседний кабинет и принеси пачечку мела. Хорошо. Такой шанс выпадает раз в 1000 лет. Пойду схожу в столовку, там как раз свежая выпечка. Сегодня точно мой день. О, здравствуйте, Банан Викторович, вы выздоровели? Да, Басик, вот, наконец-то выздоровел. Кстати, смотри, твоя любимая свежая выпечка, можешь что-нибудь взять. Все аппетитно выглядит. Ух ты, а это что за батончик такой? А, не знаю, это нам новые привезли, какие-то карамельные. Можешь тоже взять. О, пожалуй, возьму, попробую. Можно мне вот этот батончик и тогда давайте 3 круассанчика. Спасибо вам огромное, до свидания. Какой вкусный. И еще один. Ну и последненький. Ой, что-то я задержался, но урок же надо точно выявить. Можно войти? Заходи, Басик, ты за мелом что, через Москву что ли ходил? Да каким мелом? Басик, где пачка? Я ж тебе мел сказал принести, ты где был? Да так... Ой... Это что у тебя там? Да ничего, дурацкие конфеты. Давай-ка ее мне сюда. Давай, на стул учителя. На перемене заберешь. Ну или не заберешь. Ясно, видимо, конфетку я сегодня не поем. Раз мела нету, то буду показывать вам на примере настоящего кактуса. Посмотрите, он у нас зелененький, тут вот такие иголочки есть. Они, кстати говоря, пока что еще не очень острые, так как кактус молодой. Кстати говоря, еще многие кактусы цветут. У них появляются вот где-то вот здесь, либо же вот тут цветочки. Вот, кактусы бывают очень разные, растут они в пустыне. Ой, карандаш уронил. Ёжик, давай ему кактус под попу подложим. Готово. Так, дети, на чем я остановился? Ай-яй-яй! Ага, вот это прикол получился. Он аж кактус попой снес. Ничего себе, бедный учитель. Крыжик, это ты что ли ему кактус под попу подставил? Это, конечно, смешно, но все-таки его жалко. Рыжик, это ты? Все, к директору, живо!